Одна из самых благополучных сельских территорий области. Именно так Михаил Юрьевич заявил, назвал Увельский район. В рамках рабочего визита глава региона побывал на крупнейших сельхозпредприятиях. Губернатора приятно удивили высокие технологии. К примеру, здесь за рост и питание поросят отвечают компьютеры. С подробностями наш корреспондент Владимир Сафонов. Визит в Увельский район Михаил Юрьевич начал с осмотра колхоза «Рассвет». Это сельхозпредприятие специализируется на молочном животноводстве и сегодня активно развивается. Следом глава региона проехал на знаменитое по всей России предприятие «Увелка». Губернатор со знанием дела оценил новую линию по производству сухих завтраков, после чего отправился на свинокомплекс компании «Ориант». Второй по величине свинокомплекс в стране. Здесь Михаила Юрьевича приятно удивило обилие суперсовременного высокотехнологичного оборудования. Каждая свинья получает, в зависимости от того, какой нужен рацион, и этот рацион получает, и получает дозированно. И ее кормушки, автоматическая кормушка, подпускает в соответствии с тем временем, на которое она запрограммирована. И у каждой стоит чип в ухе, и, соответственно, идет мониторинг его физического состояния системы, система ее кормит. Свинокомплексы агрохолдинга «Ориант» поставляют в фирменные магазины только охлажденное мясо, в то время как две трети всей продаваемой в области свинины являются импортной замороженной продукцией. По словам губернатора, этот рынок сегодня свободен, и в ближайшие годы Челябинская область может стать поставщиком мяса для всей страны. Ведь только за 2010-й одна компания «Ориант» увеличила поголовье свиней на 30%. Всего вот на этих двух откормочников работает 60 человек. Все остальное делает роботы, автоматика, компьютеры. Это первое. Вторая уникальность – это в том, что за многие годы на Красногорском свинокомплексе сделана селекция, которая позволяет получить животным, в котором 120 килограмм, в свинине всего только 2 сантиметра шпика. Все остальное – это мясная порода свиней. По словам губернатора, немаловажно, что в Увельском районе земля не стоит без дела. Обрабатывается каждый участок. Также идет активная реализация инвестпроектов в сфере энергетики и птицеводства. Михаил Юрьевич подчеркнул, именно такими и должны быть все территории Южного Урала. Увельский район – одна из самых благополучных сельских территорий у нас в области. Вся земля обрабатывается. Современные птицефабрики, современные свинокомплексы, большое поголовье крупнорогатого скота, это именно мясного направления, молочное животноводство. Очень много, да практически уже все, производство сельское основано на современных индустриальных рельсах. Губернатор отметил успешную работу местного главы и поблагодарил жителей Увельского района за то, что поддержали на выборах партию «Единая Россия». Сейчас Михаил Юрьевич совместно с главой района составляют программу первоочередных дел по повышению качества жизни в этой территории.